Недавно с Бухалычем копались в плейлистах музыки ВКонтакте, подборки там, короче, ежедневные или там еженедельные, похуй еще. Степан Разин, блядь, Иван Грозный. И нашли там одну песню, вот, группы Амперметр. И когда мы ее включили, мы чуть со смеху, блядь, не подохли. Вот, но потом, конечно, поняли, что группа пиздатая, вот. И концерты у них охуенные. Пацаны, блядь, жду из Казани в Питер, короче, или в Краснодар, блядь, в ближайший месяц приезжайте. Обязательно сгоняем на вас. Вот. Песня называется «Лиговский проспект». Вот. Песня очень хорошая, но есть один небольшой такой недочет, так сказать. Я, как коренной житель Петербурга, в принципе, знаю все нюансы данного города, вот, и я немножечко переделал текст, чтобы он как-то более гармоничнее был, что ли, с реальностью, вот, это песня о том, что с вами произойдет на самом деле, если вы из города Казань или какого-нибудь другого переедете в Санкт-Петербург. Лиговский проспект, мой дом, мой улица. Метелка улица, нихуя не подметается. Пацаны с девятками в паре в реке харкают, а я все вытираю, раю, раю. Лиговский проспект, мой дом, мой улица. Метелка улица, нихуя не подметается. Пацаны с девятками в паре в реке харкают, а я все вытираю, раю, раю. Кингстон и в перерыве между работой Питер, как унитаз. Говнодавы на моих ногах. Лиговский проспект, мой дом, мой улицу. Метелка улица, нихуя не подметается. Пацаны с девятки на паре брики харкают, а я все вытираю, раю, раю. Лиговский проспект, мой дом, мой улицу. Метелка улица, нихуя не подметается. Пацаны с девятки на паре брики харкают, а я все вытираю, раю, раю. Пять пар перчаток на кармане, ими я дерьмище подбираю. Пять пар перчаток на кармане, ими я дерьмище подбираю. Лиговский проспект, мой дом, мой улица. Метелка улица, нихуя не подметается. Пацаны с девятками в паре брики харкают, а я все вытираю, раю, раю. Лиговский проспект, мой дом, мой улица. Метелка улица, нихуя не подметается. Пацаны с девятками в паре брики харкают, а я все вытираю, раю, раю. На работу. Чисти как говно, я буду вилкой чистить-то, блядь? Чисти.